наше профильное министерство, Министерство строительства и архитектуры занимается вопросами развития, инфраструктурными проектами. И в соответствии с указом президента о национальных идей и стратегических задачах мы должны сдавать по 1 000 000 квадратных метров жилья в год. И соглашение такое с Министерством строительства Российской Федерации мы подписали. Соответственно, мы должны готовить земельные участки, площадки под комплексную жилую застройку. На сегодняшний день в Ульяновской области, в городе Ульяновске, есть свободные участки, которые принадлежат различным федеральным ведомствам, в том числе и Министерству обороны Российской Федерации. В соответствии с документами территориального планирования, с генеральными планами, эти земельные участки подлежат под комплексную жилую застройку. Поэтому мы вынесли на расширенное заседание Комитета по обороне три земельных участка, которые находятся на земле Арсенала, земле Полина и еще один земельный участок, также который возможно использовать под комплексную жилую застройку. Всего порядка несколько 1 000 000 квадратных метров жилья возможно построить на этих участках, поэтому мы сегодня будем просить на профильном комитете, чтобы вынесли решение о возможности передачи субъекта этих земельных участков, в соответствии, конечно, с процедурой, обозначенной в законодательстве Российской Федерации.